Не знаете, что приготовить детям на завтрак? Или же близится детский праздник, и вы хотите удивить своих малышей красивыми бутербродами? Предлагаю вам рецепт идею приготовления ярких бутербродов. Они не только милые, красивые и вкусные, а еще очень полезные, отличное сочетание ломтика хлеба, кусочка сыра, моцареллы и помидора не оставит детей равнодушными. Перед подачей украсьте тарелку листьем салата, чтобы создать весеннее настроение. Если ваш ребенок не ест масло, то можете заменить его майонезом. Список ингредиентов в конце видео. Хлеб нарежьте ломтиками, я использовала маленькие багеты, так, чтобы каждая божья коровка была на своем бутерброде, но вы можете посадить несколько божьих коровок на один большой бутерброд. Тарелку украсьте зелеными листьями салата, бутерброды смажьте маслом или майонезом и выложите на хлеб моцареллу. Помидоры разрежьте вдоль, но не до конца, чтобы было легче их уложить на сыр. Головку для божьей коровки сделайте из четверть оливки, осталось только сделать точки и все готово. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Хлеб 4 ломтика, сливочное масло по вкусу, моцарелла 4 ломтика, помидоры черри 4 штуки, оливки 2 штуки, базилик по вкусу, листья салата по вкусу, количество порций 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Всем пока!